Всем привет, наш любимый игрок Клондайк. Вы знаете, я тут экспериментиком немножко увлеклась. Сейчас пока подарю минутку подарки. Потом поедем на новый остров. Потому что каждодневные подарки ждут все, а я их еще не подарила. И уж простите, что я на видео это пишу. В общем, я поставила себе пекарню работать. 6 часов. И прикол, смотрите, остается одна минута, да, и у меня заводики. Ну, вы сами понимаете, пока их заправляешь, время шло, ведь ровно 6 часов, я не могла сразу заполнить все заводы и включить одновременно, чтобы они с горелкой работали. На заводе 2 минуты, на некоторых. Осталось 40 секунд. Вот интересно, что случится с заводом через вот эти вот 40 секунд. Вот 2 минуты, ну, вроде как, доделается или нет, ну, знаете, ну, действительно очень интересно. Я прям сижу и никогда не обращала на это внимания. А что-то я не знаю, задалась этим вопросом. Что будет, если заканчивается ускорялка? Вот уже совсем чуть-чуть. И мы это узнаем. Минута 30. Ну, вы знаете, прям обидно, если начнется все сначала и вообще как-то так. Все, закончилась проверочка. А нет, так и осталось. Минута с чем-то. Это очень здорово, что оно не пропадает. Теперь мы знаем, что как работают наши ускорялочки. Если они заканчиваются, то все так и осталось. И ента здорово. Ну, об этом мы пообщались. Но это сейчас у нас не самое главное. Самое главное, что? Правильно. Это наш новый остров. Я просто поставила быстренькому наделать много малинового звона. И таки сделала. Много-много заводов поставила, все практически, что было. Все запустила в ход. Так, тут еще чуть-чуть влезет. И еще чуть-чуть минус, и вот так. Поехали чистить остров. Нам сюда, ой, нам бы туда, не мешало бы заехать, посмотреть, там готово, не готово у нас, там делается, процесс идет. Так, дядька. А, собрать надо, я вспомнила. Комбом. Мы ж тут активно, оно не открывается, да? Оно все время производит мыльные пузыри. Их только надо собирать. 100 штук собрала. А, у дяди потом менять. А почему я не привезла ветер? Кто знает? Да я тоже не знаю. Сейчас поеду привезу. Пузыри пособираем немножко. И за ветром. Яблок я привезла себе достаточно. Так, а сколько мне... Ой, вообще ветра надо. Интересно, это единоразовая акция или нет? Так, ветер, мыльная бомбочка. Сколько бомбочек делать? Да. Просто, конечно, интересно. Ладно, поеду привезу. Ветра. Ветра давай. Так, ветер. Я привезу 50, если что, заберу. Вдруг не хватит. Вдруг он еще захочет. Так, 35, 5, 33. Берем все, что есть. Все, чего нет, тоже берем. Бомбы только не трогаем, они нам не нужны там совершенно. Бомбы не взяли? Нет, поехали. Чистить так чистить. Ой, опять я не туда, ладно. Проверочка. Что будет? Так, сейчас посмотрим. Создать. Все. А еще нам надо или нет? Сейчас будет новое задание. Наверное, вот сюда нас пустят. А что мы? Куда мы идем? Она сама куда-то идет без моего разрешения. А, она идет пообщаться. Она общительная. Некрасиво мужчина так вот в таком виде перед дамой, если честно.
теперь можно приступать ко второй части программы. За работу. Не, ну реально за работу. А ты не уходишь? Тоже ушел, да? 50. Ха-ха-ха, у меня 46. Ладно, поехали. Сейчас делаем 50 так, и будем чистить. 50. Нас пустили дальше. И это радует. Так. Ух ты! Вы это видели? Лазурная осень. Бросить бомбочку. Бросить. Ой, у них так красиво стало, прям. Что у нас по заданию? А, нам надо 3 бомбочки бросить. Так, ну, надо еще 2 сделать. Видите, как хорошо, что я захватила с собой. А теперь это как? А, нам будет надо найти, наверное, еще таких 2. 2 такие пенные вечериночки. И закидать их бомбочками. По большому счету. Поехали. Я еще подарочек нашла. С одни сплошные мыльные пузыри. Летают и летают. А красивые, в принципе, пузырики. Так, ух ты, 65. Между прочим. А я не брала плюс 35 с собой, да? Только плюс 40. Ну ладно. Будем тратить то, что есть. 58, а плюс 20 у нас с собой тоже нету. Как-то я несознательно ехала на самом-то деле. Не тебе плюс 20, не плюс 35. Ладно, пока обойду, потом, если что, привезу или плюс 40, 58. Так и говорят, возвращайся за плюс 20. Я пока обойду. Ну, все чистить. Чистить весь остров, поэтому мы особо не... Ой. Сосикока 60. Ладно. Немножко схитрим. Бомбочка. Сколько тут? Раз, два, три. Ипс, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Не хотите по-хорошему, будет как всегда. Не увлеклась, не? Нет, до 60, чтобы осталось в итоге, да? Или 65? 60. Так, еще одну можно. И все. Стоять. Тут только один удар. А нет, пошутили. 2 есть. Нам этот камушек, пожалуйста, берите. Он нам не симпатичен. Интересно, как долго оно делается. Ага, время появления новых пузырей 1/2 часа, короче. Ой, я озеро нашла, между прочим. Это то, что нам надо. Будем его бомбами закидывать. 46. Поехали. Сорвать. Или осчастливить плавающих. Так. Там я сделала 55. То, что пили, то убрать. 41. Стоять. 41, 43. 58. Нужно было и не надкусывать, в принципе. Ладно, что это я. Действительно. Ай, 44. Пузырек. Один. Пузырек.
43. Хорошо, хоть привезла с собой. Достаточно. Плюс 15. И это радует. Это сколько ударов? 55. Есть. Чистим дальше. Это 45. Это вообще легкотня. 41. 45. Вообще в эту сторону можно, конечно, уже и не идти, нас не пустят. Ну, по крайней мере, расчистила чуть-чуть. Йента 39. А, это ничего. Брать. Так, что нам дают за это? Ценный подарок. Что ж, обнаружено еще. Кидаем бомбочку. Готово. Так, идем общаться. Да. Не люблю, когда вот это вот есть. Ага. Опять эта бомбочка. Ясно. Так что надо их нам много. Собрать цветочную соль. Угу. Пять минут, теперь они будут еще купаться, но у меня пока нету позвонить. Кстати, ветра будет даже мало, надо было больше ветра брать. А проход уже открыт, можно идти. 40 50, поехали. Отойди, нам уже будет доступна вся часть острова. Цветочечки собираем. Вы знаете, на этом острове такие надо много больших энергетиков, поэтому плюс 40 у меня закончилось, надо скорее всего ехать домой и привозить, потому что да, траву я убрать могу, но очень много чего вот убирать, видите, мне надо. Ну, 49 58, а 58 это плюс 15, а те, что уже по 70, это у нас уже плюс 40. Так, 43. Так, где у нас 49 58? Вот 58. И, наверное, скорее всего, придется еще ветер вести, так как нам его не хватит. Еще, видите, вот я не нашла цветную соль. Мне надо будет соль и доски для того, чтобы вы первая часть, радужный водопад, мы будем его строить. Скорее всего, где-то так, это что, плюс 60, это 58, 44, 44, 58, поехали. Это маленькая, 45 нашла. Ой, вот это соль, скорее всего, вот это она и есть. 80 ударов. 40. Ну, да. 42, 44. Доехать, привезти. Плюс 40. Где 58? Потерялась.
49. А где было 58? Тю. 52. Странно. 55. 78. 58. А шла. Так, собрать, что есть, и ехать домой. А в идеале, конечно, сделать 93. И брать 150. Сейчас, наверное, это и сделаю. 40, 90. Так. Один удар. Чтобы уже даром, как говорится, не ездить. Минус камень будет. Так, где у нас такое, что вот. Забираем. Все свое ношу с собой. Так. Все забрали. Все вместе нет, домой ехать. Вообще можно будет эти подарки пооткрывать, их тоже энергетика падает, если что. Если вдруг не хватит. Сколько у нас нападало? 105. Ладно, откроем. 152. И берем с собой 25 доски. Тихо, 25. Нам лишнее не надо. Берем с собой. Я не знаю, беру 100 ветра. Я уже думала, что взяла много, оказалось не так. Это мы забираем. Это мы забираем, то, что не взяли. Пирожочечки. Так, где нашла плюс 40? Тихо, не бой, я не... Раз, два, три. Так, плюс 40. Так, берем. Чтоб хватило. Чтоб типа наверняка. Пока мне хватит. Если что, вернемся. Так, поехали. Наша пенная вечеринка продолжается. Так, 152. Тут у нас 96. Раз, два. Так, 150. Убираем частями. По 40 ударов. Я не вижу то, что помощь выпадала. Странно. Комби. Есть. Вот еще один такой нарисовался камушек. Так, когда будет 4 минуты, этот за 80 надо убрать. Смотреть, что с него падает. Сколько соли. Так, 40. Где такое у нас? Точно помню, привозили 40 штук. Убрать. Ха. 300? Мои хорошие. Ну, как я вас люблю. А где у нас домик археологов? Ага, у нас будет домик археологов. Надо зачистить дальше. Маленькие можно убрать так. Тридцать ударов. Так, это секока. Это 49. Ой. 50. Так, есть. Так что ищем домик. Это сколько ударов? Это 78, значит берем 80.
Так, этот 60, да? 60. Ну, мы плюс 20 привезли. Ну, ты что? Так, на всякий случай, скажем так. Тут неудобно каждый раз на страничке переворачивать. То такую, то такую. Так. 49. По идее, мы должны домик этот скоро найти. 49. Так, это 50. Да не летай ты, туточки. Ладно, где ты там еще летишь? Ага, это 45. Интересно, 45 дадут убрать или нет? Или тоже домик захотят. Далее. Ну, так понял, первую стадию мы насобираем. А на дальнейшей нам надо будет домик археолога, да? Вообще, позряков бы, конечно, вообще было бы хорошо. 80. 40. 80. Сколько? 300. Не, ну, конечно, можно взорвать просто и не морочить голову, но можно и поработать домиком археолога. Так, это сколько? 71. 40. 71. Есть. А что это у нас? 71. Ну, хорошо, что я 35 привезла. 71. Домик, скорее всего, в самом уголочке будет, да? 40. 60. Пузырик. Да давайте, ладно, уже ваш пузырик уговорили. Так, собрать. Это сколько? 78. Да. Кто-то говорил, что первый остров не для маленьких уровней. Но вот теперь даже я могу сказать, что этот остров точно не для маленьких уровней. Первый остров это был еще цветочки. По сравнению с этим островом. Кому было мало глины, угощаемся. Глины теперь у нас предостаточно. Бери, не хочу, называется. 45. Поехали. Ну а домик-то где, собственно говоря? У нас не расчищен только вот этот кусочек, по идее. Рубашка. Это 58. Эпс. 4. Тар здесь. Где наши плюс 15? Вот наши плюс 15. Угу. 58. Ой, я нашла домик. Вы не поверите, я тоже в это не верю. Сейчас мы будем еще его строить. Интересно, как? Легко. В общем, я сейчас домой поеду, значит. 45. Что еще привезти? Кто знает? И я не знаю. Так, ладно, сейчас сделаем, чтобы что-то забрать. Я знаю, что привезти, если честно. Так, минус один. 93. Где у нас тут все, что связано с крупным. И уголек. Уголек. Сейчас попробуем. Надо было сначала это мелкое разобрать, наверное, да? Ладно. Может, хватит. Мне надо или 150, или 165. В идеале. Чистим, вернее, разрушаем. А
Чего я не привезла эти? Ладно, потом привезу. А сколько еще дней до открытия? 3 дня. 3 дня. Так. Пока мало. Так, берем с собой 10. 1, 2, 3, 4, 5. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это. И еще нам надо заехать на соседний остров, потому что там ребята скучают. 100. 1, 2, 3, 4, 50. И вот это. 100. Интересно, надо будет земляку, наверное, поставить, делаться. Или у меня еще ее много. 200. Так, энергетики пока не беру. Сейчас завести это, поставить. У меня там один заводик уже спит. Я только что собрала, а заводик не запустила. И вот это. Есть. Так, работать. И оставлю только самое длинное, чтобы часто не заходить и не морочить голову. Так, есть. Все собрано. Можно теперь отправляться в путь на соседний остров. Так. Выгрузить. Строить. Выбрать. 300 и 300. Методом исключения выбираем 300. Так, стоять. Собираем. Тут тоже уголечек, да? Тут уже так мелочевочка. А, вот, кстати, 92 штуки. Я думаю, где мои энергетики? А они тут со мной в куку играют. Кстати, сколько тут жетончиков? В наличии. В наличии. А я их не вижу, да? А они, значит, были на первое. Я была невнимательная. Или они на главный остров идут? Там я вроде не вывозила. Сейчас проверим. Там было. Сейчас. А, да, они сюда пришли. 10 штук. Смотри, я привезла и как-то не придала этому значения. Сколько сейчас? Энергии. 119. А тут есть подарочки. И с энергией тоже. Так. 49. Там мне что-то не хочется ничего открывать ради одного удара. Я пойду копну разочек. Ну, может быть, не разочек, может, пару разков. Так, все, домой. Ровно 150. Что-то с собой берем. Плюс 5 точно забираем все. Так. Я готова убрать еще один камушек. А тут еще будет уголь. Угля тоже нормально на острове. Возвращаем комбик, выбираем остаток.
как эта штука начала работать. Пузырики пошли. Дождались. Убираем пузырики. Все. Угу. Что у нас тут выходит? Ага, не хватает еще. Как вариант может быть еще. А, вот я вижу этот вариант. Дайте мне хоть что-нибудь маленькое, чтобы я могла удар куда-то скинуть. Ладно, пошла. Так, 78. Где наши плюс 40? Поехали. Ай. Что тут у нас? 80. Эти пузырички летают, летают. 40, 80. А, у нас 3 камня по 300. На данном этапе обнаружено. Ну, еще не все, так что еще могут быть еще. Так, 30% расчищено. Теперь ждем с 50, говорят. Так, смотрим, что там по пузырикам. 43. Ну, до первой стадии мы еще столько и не дошли. Ну, уже, в принципе, не так много. 58. Сорок три и 15, 58. Еще раз 58. А, это 78. Я, наверное, видео буду заканчивать. Все-таки я пытаюсь дождаться своего компаньона. У меня ничего не получается. Ну, по крайней мере, я нашла, буду делаться вот эти залежи соли, убираться. Я уж думала, она меня простит. Я ее полдня прождала. Или нет. Она занята. Это, конечно, очень печально. Ну, теперь, наверное, видео немножко поиграем. Продолжу, наверное, играть уже завтра, когда мой компаньон точно появится в игре. И на этом всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.